Всем приветик, приятного аппетита. У меня макароны на обед. Завтрак, обед. Макароны я обжарила в соке после купатов. Купатор история. Вкусненькие такие. И бутер с авокадо. Немножко кетчупа. Чуть-чуть. А ты что без кетчупа ешь? Не хочу. Давай быстрее ешь. Поедем. Зубами больничку тем съесть. Долго там стоять? Да. Да, потому что сегодня понедельник. Ешь. Да, дай телефон в руку и играть. У меня скучно не будет. Не будет. Я сразу все перекачаю, потом удаляю. Наверное, пока не удалили комментарии, уже многие успели прочитать. Что там одна овца писала? Таким людям нужно сидеть в больничке под наблюдением. Надеюсь, эта овечка увидит это видео. Овечка. И прислушается к совету. Кстати, посетить врача, психиатра. Иначе дальше могут быть последствия необратимые. Вот так. Давай ты разъешь. Нельзя. У нас еще то время идет. Гребем. Ну и все. Ну мы поели. Китайся. Ты рыбку хочешь? Нет. С одного укуса. С одного укуса.
Чего? Мячик съем, покажи. Все, не объелся. Не надо. Ну зачем? Какие у него зубы крепкие. Угу. Всем тем, кто меня смотрит, спасибо огромное. А всем тем, кто является овцами, уебан забит.